Ирис японский. Высота растения 80-120 см. Листья мечевидные, к концу суженные, светло-зеленые, у основания красно-фиолетовые, с ярко выраженной средней жилкой. Цветки крупные лилово-фиолетовых окрасок. Цветок живет 3-5 дней. Устойчивы к бактериозу, зимуют с укрытием. Место расположения. Участок должен быть открыт солнцу. Почва. Достигают оптимального роста и развития на хорошо дренированных, богатых гумусом почвах с обильным проточным увлажнением. Использование. Подходят для оформления самых разных видов цветников. Кагишо. Высота растения 110 см. Цветок белый с сиреневыми прожилками, махровые. Ирис японский кагишо – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, садов. Ирис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. В качестве места выращивания ириса прекрасно подходит теплица и открытый грунт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.